Мы к вам сегодня приехали с хорошей новостью. Правда? Правда. Только не плачь. В США одна прекрасная семья по фамилии Чавес. Они прочитали вашу историю и прониклись вашим горем. Они дали полную сумму для того, чтобы вам построили дом. И совсем скоро, мы надеемся, что до конца января, если не будет массированных ракетных обстрелов, вы будете жить в своем доме. Мы вас поздравляем! Это семья Чавес. Вот такие прекрасные люди с своими чудесными детками. Они написали вам короткое пожелание, передали вам привет и передали, что они молятся за вас, всячески за вас болеют и будут счастливы с вами пообщаться лично, когда мы будем передавать вам ключи. Семья увидит это видео, им будет приятно услышать от вас пару каких-то слов, ваших эмоций. Ой, так тяжко, боже, мы такие, это действительно лучик света в этом вот все. Ой, господи, хотелось верить, конечно, но все равно мы боялись. Мне с тому же говорил, не надо сильно, не заморачивайся, ну вот друг придет. Спасибо, что есть такие люди, спасибо этой семье, да, этой семье с большим сердцем. Да, спасибо ей, что она вот нам помогла, и вот у нас, ну как-то дальше мы хотя бы уже можем дальше потом строить какие-то планы на восстановление дома. Ой, дай Бог им здоровья. И будем очень рады действительно встретиться и пообщаться. Обязательно.